Добрый солнечный день! Здравствуйте! Мы сегодня для вас приготовили очередной видеообзор из шикарного отеля Калистра Лакшери Резорт. Да, знаете, каждый раз, когда мы посещаем с Ренатом такие замечательные вкусные отели, мы прям чувствуем, как вам тоже здесь будет уютно, здорово, и вы действительно заслужили такого отдыха и отношения к себе. Ну что, погнали? Пошли с вами за впечатлениями. Оказываясь на территории этого отеля, это рецепция, но надо вам сказать, что гости этого отеля не стоят. Они проходят на такие вот удобные диванчики, и здесь вместе с сотрудником отеля либо самостоятельно заполняют форму для гостей, их встречают приветственным напитком, играет приятная музыка, и вообще сама атмосфера отеля уже располагает к тому, чтобы отдых начался самым наилучшим образом. Сейчас давайте посмотрим базовую категорию номеров в отеле Калиста. Ковролин поменяли в прошлом году, в 2020. Этот номер мы с вами смотрим с видом на сад. Посмотрите, пожалуйста, на гольф-поля. Тихо и умиротворенно. А еще посмотрите, какое у них классное обновление. Каждый гость может загрузить приложение и просто с помощью этого приложения уже управлять светом в своей комнате, закрывать шторы и много другое. Еще мне понравилось, что здесь вот такое вот огромное зеркало, и вся ванная также в зеркалах. Чай, кофе ежедневно, вода. Наполнение в мини-баре в отелях такого уровня всегда пополняется ежедневно, и смотрите, какое тут изобилие. Смотрите, еще одно зеркало в пол. Зеркало за моей спиной. А сейчас пойдем с вами смотреть ванную комнату. Ванная комната очень просторная. Здесь есть душевая кабина. Кому нравится с таким вот Rain Shower. Опять зеркала. Мне очень понравился личный такой комодик, где есть все-все-все. Посмотрите, зубные щетки, зубная паста, диски. Здесь обалденная такая турецкая мочалочка, бритва, расчесочка. Опять зеркала, халаты. Номер рассчитан на двое взрослых и один ребенок, либо на троих взрослых. Каждого гостя ждет вот такой вот приятный комплимент от отеля. Как вы видите, террасы очень большие, такие вот просторные. Давайте немного взглянем на атмосферу основного ресторана отеля Калиста. Честно признаться, не могу пройти равнодушно мимо таких вкусных блюд. Вы тоже смотрите и уже предвкушайте свой визит в этот замечательный отель.
Здравствуйте. Это у нас с вами сыры. Рыбка, гриль, овощи. Какие вкусные помидорки. Еще рыба. Друзья, смотрите, какой прекрасный выбор фруктов и овощей для такого зимне-весеннего стола. Ну, а маленьких гостей порадует пицца и, разумеется, мороженое. Выбор мороженого очень хороший. Первый отель, в котором мы увидели подгузники для деток. Притом они разделены по возрастам 5 лет, 4, наверное, да, и 3 года. Друзья, и обязательно, отдыхая в отеле Калиста, посетите Калас Спа. Здесь и крытый бассейн, действительно здоровски оборудованный тренажерный зал. Вот такой вот красивый аквариум, а также масса хороших процедур. Ребят, вы только посмотрите, как готовятся в отеле, чтобы встретить вас на отдых. Это мини-футбольное поле. Давайте пройдемся. Пирс еще только достраивают. На самом деле, это один из первых отелей, который вообще уже начал готовить свой пирс для встречи своих гостей. Потому что в последнюю полторы недельки действительно, днем очень сильно жарит, поэтому, я думаю, такая ситуация. Ну, как вам? Мне кажется, классно вот так вот, 18 марта,
встречается с таким теплым солнышком. Такой прекрасной погоды. В мини-клуб. Здесь есть зона и для малышей, есть зона для деток постарше, вот такая игровая комната. Там был ресторан до пандемии, надеюсь, что все восстановится. Что мне как маме понравилось, это вот такие лего-столы и лего-стена, целая лего-стена. То есть, приезжая в этот отель, ваши дети будут сидеть не с гаджетами, а играть в настольные игры, гулять на замечательных детских площадках. А для маленьких гостей специально отдельная такая вот маленькая зона. Территория у отеля огромная, посмотрите, какая красота. Вокруг много зелени, журчит водичка, а мы с вами направляемся в сторону детской площадки. Что здесь хорошо, что покрытие прорезиненное. Мне кажется, здесь будет интересно деткам всех возрастов. И детям постарше, и помладше. Какая-то прикольная качелька и лазилка. Друзья, вот и завершилась наша замечательная прогулка по отелю Калиста, отель высокого уровня. К сожалению, не все номера удается поместить в этот ролик, поэтому за более детальной информацией мы будем рады вам помочь. Пишите, пожалуйста, в WhatsApp, и мы вас окружим своей заботой. Мы вам действительно дадим более детальную информацию, а также можем поделиться всеми теми видео, которые мы сняли специально для себя, для наших менеджеров, чтобы лучше и качественнее понимать наших туристов и знать, какой из всех турецких отелей подойдут конкретно в вашем случае.